Закономерен ли счет на табло, по-вашему? Да, безусловно. Если счет на табло, значит, он, ну, он такой есть, значит, мы на него наиграли. Но по структуре игры и по моментам, созданных у чужих ворот, я думаю, что 100% мы заслуженно победили сегодня. Вот, и ребята молодцы, что на таком тяжелом поле, в общем-то, продолжали не отходить от плана, от структуры, и продолжали гнуть свою линию, что привело к голу, ко второму. Вот, и 2-0, поздравляю с победой, и болельщиков, и ребят, они молодцы. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали команду. Вот с первой минуты, даже когда команда вышла только на поле, вот прям с первых секунд и до последних, поддерживали и верили. То есть вот это единство, которое было все игры, оно передалось и сегодня, и помогло нам в победе. И опасаемся, что это может быть игра последняя с болельщиками, потому что на самом деле... Но очень сильная поддержка и очень теплая. И она нам помогает. Потому что, ну, как бы Воронеж футбольный город. И болельщики все футбольные. Они все понимают, все видят, все чувствуют. Конечно, с ними было бы приятней двигаться дальше.